Отлично. Здравствуйте! Это канал Максимадз и... Короче, Андрей, он не желает себя что-то сам себя представлять. И мы возвращаемся в Майнкрафт, и мы решили, короче, вместе забабахать летсплей. Летсплей со сборочкой модов. Только вот, как вы видите, Андрей какой-то у нас недоразвитый. У него нет головы, и вместо туловища еще одна рука. Короче, какие-то косяки со скинами и модом морф по превращению. Так, я могу моды посмотреть? Да, могу. Давайте я вам покажу, какие моды у нас имеются. Трикапитатор, Билдкрафт, Дэмэдж Индикатор, Дивайн РПГ, Айрон Чест, Морф, Сирен Сизонс и Сумеречный Лес. Неплохая такая сборочка, в принципе. Версия 1.12.2 у нас. Наверное, может быть, но я, впрочем, не уверен, серии будут еженедельные у нас. И мы, короче, появились... Еще Zens Minimap у нас, кстати, есть. Правда, Voxel Map он называется. Он изменил название просто в одной из более новых версий. Мы выбрали отличное место для спауна. И вот я бы хотел убрать эту метку, она мне мешает. Так, появились... Он, короче, газонокосильщиком уже решает стать, косить траву. Я смотрели. Просто семена добываю, чтобы у нас было из чего садить урожай. Понятно, хорошо. Я уже полстака надыбал. Каков молодец, Ема. А я возьму подсолнухи и это... Чтобы сделать потом из них краску и кровати. Не надо! А, это не ты, господи! Я уж думал, это ты опять меня бьешь. Твою мать, дебил, иди, я тебе сейчас... Гори, тварь. Гори, скотина ты сраная. Кто горит? Коблин. Кто сгорел? Коблин. Гоблин? Коблин какой-то там. Может, ошибся. Почему мне, кстати, его душа не... Так. А, он сгорел, потому что... А, подожди, я тоже недоразвитый. Я тут Андрея перед этим убил, и я, короче, почему-то по умолчанию я Алекс, но я могу стать Стивом, потому что я убил Андрея. Так, о, молодец, уже еду и шерсть добываешь, а я хочу... Опа, еще шерсть бегает, смотри. Ой, шерсть бегает у него, шерсть. Короче, кстати, у меня есть одна цель в этом летсплее, это построить красивый дом, который вы, кстати, сейчас видите на экранах. Надеюсь. А давай деревню какую-нибудь возьмем и будем ее пытаться развивать. Сначала самим дом построить бы не помешало, я думаю. Но я бы хотел бы в какой-нибудь деревне крепость обосновать красивую. Да, только... Но я это место выбрал уже, от деревни я тут не находил в ближайшем... Ну, можно пока базу здесь временно поставить. Да. Ну, или можно будет отправиться в путешествие. Да, но я действительно хочу построить тот красивый дом. И что это, кстати, за скриншот? Мы давно, достаточно с Андреем, еще с одним товарищем, тоже сами для себя играли в Майнкрафт. Я там построил тот самый оранжевый дом. Я настолько сильно загордился своим домом, настолько классно его построил. Я хочу и повторить его. Только вот дубовый, вот этот темный дуб, что-то меня не сильно устраивает. Жалко акации. Акации нету здесь. Акации в саванне, а саванна у нас, погоди. Саванна, кстати, тут не так далеко вроде. Да, где-то здесь она, просто рядом, я не помню только где она. Еще одна шерсть бегающая. Я хочу поставить здесь метку. Хом для начала сразу. Чтобы... Все, я нашел 3 шерсти для начала. А я 6, так. А я... у меня красители есть уже. А ты черный можешь перекрасить, если что? Да, но я в желтый хотел. Ну, я тебе могу черные только скинуть, у меня белые пойдут на... Ну, если три штучки хватит, то пожалуйста. Я себе желтую кровать сделаю, когда придет время на это.
Давай дерево добудем для Да, начала. пожалуй, надо стоит А где действительно все из блоки? дерева. Я, А вот. кстати, хочу уже жрать Так, сразу. Какая сложность так. стоит? Легкая? Ладно, начнем с легкой, потом, может, повысим. Ага, потом Постепенно. еще на чем, блин, версию какую-нибудь донять. Не, версию Так. менять мы не будем. А вот Ну пока сложность да. постепенно, наверное, повышать будем. Я скрафтил верстак, если что. Ну, отлично. Я буду добывать пока деревья для других вещей. Блин, мне не хватает дуба. А что ты сделать хотел? Топорик хочу. Сейчас я тебе много дуба насобираю. Нам же надо будет еще этот построить с тобой, помнишь? Кого? Надо будет кирок накрафтить нам, чтобы добывать. Да. Че, трикопитейтер будет работать на деревянной? На Должен, деревянном топоре будет. должен, да. Но стоит также не забывать, что трикопитатор у нас сильнее жрет урон топорика. Я знаю. Так что деревянного хватит ненадолго. Очень ненадолго. Ура! Что, Кстати, еда выпила? что довольно логично, если топорик слабый и его урону бы не хватило на то, чтобы срубить целиком деревья, деревья срубятся не до конца. Наверху что-то останется. Ну, может, поди выпадет потом само, да? Выпадет, листва выпадет, если все дерево убрать. А если древесина не вся убрана, то нет. Не Все. будет она падать. Так, вот дуб выпал у меня, так. Так, я целое дерево сделал. Сколько у меня Блин, получится? вот ты о чем и Ох, говорил, вот смотри. я больше стака досок уже. А, я не всю древесину собрал. Я тут пока древесину собираю, базовый набор. А мы на дракона пойдем в конце вот это. Конечно. Это будет, наверное, финалом нашим. Или может быть это сходим на дракона, потом будем дальше развиваться как-то. А конец какой должен быть у летсплея тогда, другой? Придумаем. Ого! Я думаю, на У меня драконе топор самый сразу раз махом закончить. сломался, прикинь. Будем развиваться. По мере поступления возможностей. Да, и когда... Ой, блин. Будем Так, я готовы скупил сражаться с костру, драконом. нужду Тогда с едой. действительно мы супер крутые профессионалы, ну и историю продолжать уже будет нечего. Я уже умираю. У тебя пожрать случайно нету? У меня, к сожалению, нету. Я и говорю, что проблема с едой остро встала. Да, нифигашеньки, пожрать нету. Что делать будем? Разберемся. Вот почему-то, кстати, у Андрея этот Keep Inventory True работает, у меня почему-то не работает он. Так, уже вечереть начинает. Давай это крафтить кирки и уже закапываться куда-то. Иди сюда ко мне, поближе. Да. Будем выживать вдвоем. А ты в стандартном скине своем сейчас, да? Нет, ты у тебя максимат Да. зачем написано? Странно. В самого себя превратись. Сейчас. Так. Я очень Так. много дерева добыл. Я тоже. У меня много-много дерева. Но нам хватить должно будет. Так, надо лопату еще создать. Оп. Лопату. Блин, можешь еще меч создать, поди. Еще меч создадим. Временное пристанище построим пока. Так, все, лопата есть. Мобы, кстати, это скоро могут начать спавниться, так что я начинаю закапываться под землю. Под землю. Я тут избушку уже начинаю строить небольшую. Я пока попробую добыть булыжника нам. А ты построй какую-нибудь такую простенькую, потому что, возможно, Ну мне вот здесь я не всегда можно простенькую и делаю собирать. пока для начала, а потом я уже буду красивый дом строить. Просто мало ли мы не навсегда здесь задержимся. Конечно, жаль, конечно, дом, который я потом построю, нельзя будет перенести в другое место. Придется перестраивать его только. Ну давай просто маленький построим для начала, О, проживем уже какое-то время. зомби одного я вижу. Вот беда какая. Так.
Уже жесть начинается. Так, нам надо находить мясо, срочно мясо. Ответы-ка силушки богатырской. У меня есть идея, у меня семян полно. Мотыгу создай, я огород посажу нам. Мне сначала надо убить зомби, который нападает на меня. Блин, а я уголь пока хожу еще здесь. Так, душа зомби этого досталась мне. Так, я уже до андезита дошел. А, диарит, по-моему, это. Где это ты там, интересно, доходишь? Ты там копаешься, что ли, вниз? А ты не видел, что ли? Нет, я дом тут, я домик тут маленький строю. Так. Временное пристанище. Нормально, так ты его надел, конечно. Главное сейчас крипера сзади не поймать. А вот верстак... Так, верстак мне надо сделать самому. А, стой, погоди, мне верстак есть. Забери, сходи мой, я печку пока сюда могу поставить нам. Ой, господи, ты напугал меня! Ты напугал меня, потому что ты так выглядишь страшно, у тебя башки нету. Забери там этот верстак. Да, это срочно сделать надо. Надо сделать дверь и закрыть ее. Ничего страшного, просто накроемся пока временно, чем есть. Да, но я все равно сделаю дверь пока. Я пока закроюсь тем, что мы имеем. Так, ладно, убираем эту землю, ставим дверь. А, у нас дверь есть, нифига себе. У тебя лоу хп. Да, мне нужно пожрать, а пожрать нечего. Жиза. Так, а как мотыгу крафтить? Для начала я сделаю сундучок и палки. Так, это топор. Мотыга. А, вспомнил, как мотыга делать. Все, все, ты все, сам, все. Ты все, сам все. Сделаешь, а то я уже начал делать. Я уже все сделал сам. А, ну отлично, хорошо, что я сделать не успел. Так, если что, там циклоп. Опасно, опасно. Опасная ситуация, да. Иди сюда, это будем выращивать семена. Ночью? Нас убьют сейчас. Я сейчас постараюсь посадить сколько смогу. А ты вообще где? Так. Я возле дома, не переживай. А ты в самого себя, может, превратишься? Да, сейчас, не переживай ты так. Ты всё, как бы в моем стиле, и ты выглядишь недоразвитый. Давай здесь жить пока как-то. Ну да. Было бы неплохо еще сделать кирку и печку перенести к верстаку. Так, я сделаю. Так лучше, кирку. Нет? Я сделаю кирку и переставлю печку в другое место. Поставь ее тут. Вот, так. Че, похож на себя, нет? Вот, вот другое дело. Ты хотя бы теперь нормально выглядишь. А то как недоразвитый какой-то и... Выглядел, не буду говорить это слово. Mm-hmm. Ой, хоть бы что-то сожрать. Гнилую плоть. Съем пока. 4 хп, 5 хп. Ура, ты живешь. Я, конечно, отравился, но... Отравление скоро пройдет, через 20 секунд. Но хп... Ночь, она не будет дальше восстанавливаться, потому что с отравлением голод тратится быстрее. Там скелет уже, я смотрю, и это... Я меч. Так, временное пристанище пока сделаю. Будет нормально. Меч сделаю себе, короче. Так, я попробую еще раз бить вот эту гамми, руле, кип, инвентори, тру. Че, давай попробуем так. Господи, я уже достал меч, думал, это зомби идет. Временно накроемся тем, что у нас есть. Да. А! Ох! Твою ж ты налево, а. Ну что ж. А, скинь мне землю, буду яму закапывать. Нам бы стену бы вернуть назад. А у меня есть две доски осталось. Да, крипер уничтожил. Взорвал все доски, блин.
Разбери крышу. Еще один крипер, твою мать. Гаси их как-нибудь или уводи отсюда максимально подальше. Ай, блин. Больно. Нифига не хлопают так громко. Еще один крипер. Наушники. Да что ж ты будешь делать? Боже. Жаль, не бомбанул. О. Еще один бомбанул. Так, овцу надо убить. Хоть и да, какая-то будет. Боже, нам надо да, я развиваться забыл. Срочно. Ай, крипер! Да сколько же криперов тут, а? Ай, блин, у меня... Да, боже! У меня одно сердечко. Я не успеваю ямы закапывать уже. Макс, я не успеваю ямы закапывать, сколько ты их взрываешь, блин. Мне надо пожарить эту говядину. Ой, баранину, то есть... Ой! А, господи, это циклоп. Если циклопа не начать бить, он нам ничего не сделает. Че, он с пары тычек, да, выносит, думаешь? Да. Так, я пожарю все, короче, баранину. Надо съесть ее. О, сейчас я попробую зафармить золото, слышь? Ну? Я хочу золото зафармить. Попробуй. В 1.4, версия 1.4.7, кстати, у циклопов было 400 хп. 35 хп. А тут 35. А тогда было 400 целых. Было много. А сейчас, сейчас мало. Так, я его провоцирую. На топор у меня досок не хватит. Придется еще деревья рубить. А тут опять крипер. Так, я его загасил. Иди сюда, крипер. Сейчас я тебя скину, короче, туда. Вау, блин. Да боже, хватит уже все вокруг взрывать. Нам надо факела искать. Ура, рассвет наступает. Так, нам надо... Я, короче, овцу убиваю, чтобы добыть еды и шерсти. Все печально, у нас это инструменты кончаются. В смысле, еда. Да. Как я до сих пор жив, еще интересно. Блин, что можно раздобыть здесь? Так, ну я семена посадил, надеюсь, что скоро выйдет. Начнет заходить. Так, я еще деревья буду рубить. Руби деревья. Ай, блин, кто меня бьет? Ай, паук! Паук-то быстро двигается. Да, деревянный меч вообще убогий очень. По 2 хп всего сносит. Блин, надо искать. Надо камень, короче, рубить. Незамедлительно. А, иди туда, где я раскапывал, там будем делать шахту небольшую. Подожди, я сейчас еще деревья срублю. Дерево одно еще срублю, чтобы это... Блин, на... А ты что рекапитатором не используешь? Потому что мне не... Я топор сделать не могу, у меня досок не хватает. А, у тебя досок нет? Так взял бы... А. Вот я деревья и рублю, чтобы доски появились. А, ну да, тоже верно. Опа! Ладно, о, грибочек. Так. Грибочек тоже пригодится, может. А, слушай, здесь где-то овца была. Да, я убил две овцы. Опа, смотри, продавец существ есть. Да, я видел, но я пока туда не ходил. Нормально так, у него хату разбирают. И он ничего не может сделать с этим. Сейчас мы, короче, сможем хлеба сделать, чтобы выжить. Блин, ты немножко неправильно стену... Ой, или это я немного неправильно построил. Так ты же строишь дом, не я. А, ну да, у тебя вообще досок не было, когда крипер тут взорвался. У меня были доски. Немножко. Ты, ну, две ты говорил было. Две это да, две было. Дело. Ладно, придется... А у меня они сейчас есть, так что я могу идти ладно, сейчас. Ладно, я, короче, сделаю себе наконец-то топорик. А я тут добываю пока пшеницу. Отлично. В смысле, снопы отлично, наконец-то есть у меня топорик. И еще одна шерсть. Еще бы третью шерсть бы раздобыть. А у тебя какого цвета она? Белого. Мне надо, чтобы они все были белые. У меня тоже белых три штуки. Где-то здесь рядом овца снопы. А, ну отлично, ты можешь себе уже сделать кровать. А мне надо могу, еще. А мне надо еще делаю. Одну. Так, чиним хату себе. Нормально так. Чиним хату. И будем надеяться, что крипер еще один тут не рванет.
Блин, а окно неправильно сделано. Так, ладно, потом я эту хату до конца буду разбирать уже. Оба, Макс, у меня есть овца для тебя. У тебя овса есть для меня. Ну, в смысле, шерсть. Беленькая одна. Хорошо, принеси ее сюда, если можешь. Я несу! Несу! Можешь О, тпшнуться, кстати. если хочешь. Можешь тпшнуться, если лень Да мне бежать. тут идти-то, блин. Идти-то тут А что буквально. мне... Я же могу краситель сделать. Так, ты где? Ты в доме? Отлично. Я Так, тут кстати, перед тобой прям, на тебе эту фигню. давай. Давай Потом. мне шерсть. Отлично, На. благодарю. Хотя это. Так. Смопсена. Пшеница. Ого, пшеницы, сколько у нас есть теперь. Отлично, это моя кровать. Так, я, короче, посажу, я это дерево заново посажу. Хорошая идея. И даже у меня даже три их. Неплохо. Я пока тут разбираю солому нам. Из Да, нее же еду, я вижу, по-моему, ты можно тут делать. разобрал уже солому из того дома. Чего Ого, нет? сколько тут саженцев, да я дубов сколько понаращу. А что, плохо что ли? Зато есть где потом что выращивать. Ну да. Согласись, уже неплохо. Но ты не все разобрал. Мне придется за тебя работу доделать. Я хлеб вообще-то создаю так-то. О, у него тут кирпичи даже есть. А они... Слушай, тащи все сюда, а. Надо, короче, Тащи киркой все и сюда. кирпичи все эти у него забрать. Тащи всю солому Пригодится. сюда, короче. Может, кирпичи пригодятся. Чтобы наложить кирпичи, да? Так, теперь дальше идем. Здесь где-то неподалеку есть действительно этот саванна, где акации растут. Вот из акации я бы, конечно, бы хотел дом построить. Все, я нам накрафтил почти 4 стака хлеба. Я тебе Обалдеть. дам один стак хлеба в Обалдеть. сундуку. Где, как же ты умудрился так много собрать? Ну, так я что, всю хату ему разобрал. У него это столько хлеба было. Ничего себе. Нет, я хату разобрал и ее перегнал в хлеб. Из-за сена хлеб сделал. Да. Ну, красавчик. А что, хочешь жить или вертеться? Мы только начали выживать, а ты уже научился делать хлеб. Какой молодец. А что нет, если хата чужая стояла без присмотра? Да. Сейчас я дальше доразберу, поди у него все это дело, что? Я Знаешь, еда лишняя сам уже это бывает. делаю. Я пока сено еще соберу у него. Я кирпичи все уже собрал. Ну хорошо. А я по помогаю, если что, с сеном. Да. 31 блок кирпичей тут был. Нормально. Довольно-таки немало. Из них можно будет сделать подвал. Ладно. Но убивать этого мужика мы не будем. Это будет слишком. Я в тот раз вообще отсюда полтора стака этой соломы унес. Так, если что, вообще сундук будем складывать. Ладно, сейчас солому. Ну да, пока он у нас один. Он и так будет общий у нас. Это может временно тоже. Потому что вполне вероятно у нас... Сейчас это. Слушай, скинь мне лучше всю солому, я ее в сундук закину сразу. Окей. Блин, а как разобрать-то? А, Ладно, сейчас слушай, я разберу. убью этого мужика Почему? и завладею его скином. Ой, извини. Давай, кому из нас достанется душа его? Нет, не тебе. Какие звуки-то он издает? Блин! Борьба Ну за что? скин этого мужика была, блин, который опять мне, как всегда, не везет. Опа-опа-опа! Макс, 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 Макс! Бегать умеешь?
Да. А-а-а, нифига он! С одной тычки сколько мне снес. Два сердца сразу. И чё, где он? Чё, всё? А вот он. Да иди сюда ты. Опа, беги. Сейчас его буду сносить. Песочек бы еще. А, вон, песочек там есть. Макс, блин, спасай меня. Нет, сам два себя сердечка. Спасай, блин. А я буду песочек добывать и стекла делать. Хорошая идея. Я пока буду хилиться. Так, там еще один циклоп. Почему-то, когда я играю в одиночку, с них выпадало золото. Меч уже заканчивается, кстати. А сейчас, а что с него, а что с него выпало в итоге? О, золото, золото выпало. Золото, это, конечно, хорошо, но лучше бы, конечно, железо. А, железо только с големов. Ну да. Так, блин, где ты? И в пещерах. Так, погоди, где-то я его видел. Сейчас здесь стоял где-то циклоп. Так, ладно, пока хватит нам стекла. Нам же это все равно пока это временное убежище. Ты лучше стекла пока не ставь. Сделай деревянные заборчики. Так, чтобы не тратить. Пусть для красоты стекло. Будут. Ну пусть будут, почему бы нет, все равно. Ладно. Блин, где циклоп? Ты не видишь здесь циклопа? Нет, не вижу. Где циклоп? А, вон нашел его. Короче, все ненужные пока предметы в сундучок положу. А... О, их два! Слушай, их два. Тут ты стак хлеба, это ты мне стак хлеба? Да, дать? Я отлично. Тебе сказал же, стак хлеба тебе специально. Отлично, отлично. У меня, кстати, заканчивается меч. Я же тебе специально говорил, что... Ну да, я помню. А теперь трикопитатор самое время проверить, я думаю. Надо найти дуб какой-нибудь и... Да блин, чё он такой тупой-то, а? Опа, давай, иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. 7-2 хп осталось. Ну да, с трикопитатором он его будет долбить дольше еще, конечно. А почему с некоторых золото выпадает, с некоторых нет? Ну, бывает такое, чё. Повезет, не повезет. А чё, вот из этого ферма золота. Голубой краситель сделать или синий надо взять. Из голубой, по-моему, надо взять цветок этот. Много саженцев. А, слушай, вообще изи, блин. Я много саженцев, и яблок и дерево выпало. Яблоки это лучше складывай, будем складывать их пока что. Да, и грибы, кстати. Так, ладно. Надо еще смотреть, где можно. Еще одно дерево срублю. Так, надо, кстати, кровать сделать. Мы же я же кровать себе так не сделал до сих пор. Да, я уже... себе сделал. А я уже готовился. Кроватку сделать, сделал. А, тут еще один кусок был. Я создам, наверное, еще сундук, ну ладно. Только давай договоримся, это. Будем к ресурсам, в общем, относиться бережно, ладно? Согласен. Я немножко дерева принесу, ладно, всего лишь. Хорошо. А, сколько у меня получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, почти 7 стаков дерева вышло у меня. Ну чё. А вот ровно 7 стаков и один блок дерева. Так. Осколок глаза циклопа не надо, это тоже не надо. Тоже не надо. Нет, всё, пусть. Так. Давай, давай, рубись уже быстрее. Опять наступает ночь. Наступает ночь. Да. У тебя вроде шерсти должно хватать на кровать-то, кстати. Я уже сделал кровать. Отлично, значит. Сейчас я, короче, крышу сделаю и это. Ляжем спать. Ляжем спать и закончим серию на этом первую. Тебе нужен деревянный меч, если что? У меня есть деревянный меч, но он уже на исходе. Я тебе на, дам тебе деревянный меч, он сзади. У меня каменный. А, благодарю, отлично. Хочешь, я тебе создам? Я тебе отдам каменный и себе золотой сделаю, хочешь? Давай, только золотой хуже, чем каменный. Да я знаю, нет, что. У меня просто много золота. Можно, осталось. Кстати, сейчас. Вот так сделать. Взять и починить себе меч. Из двух один сделать более лучший. Умно. Шаришь, молодой. Молодой, а ты не молодой, что ли? Так, ладно. Тише, мне 80 лет.
80 лет тебе. Тебе 20 лет, блин. Ура, золотой меч. Какое счастье. 4 урона, классно. 4 единицы урона. Лучше, конечно, чем деревянный, но... Ложись спать, чтобы быстрее день наступил. Нам надо будет, скорее всего, скорее ладно, копать. Под... Дальше шахты. А, я трансформирован, надо... мне надо сменить скин на свой обычный. Ёлка. Отлично. Ух. Так. Доброе утро, так, надо... Доброе утро. Так, нам надо... Блин, где-то здесь шахту начинал. Главное, в ней не свалиться. Да. А, нашел. Первый... Нам надо будет с тобой найти... Да. Нам надо будет найти побольше угля. Уголь — это самое базовое, что нам нужно. Но уголь мы слушай, будем... давай древесный уголь сделаем. Мы можем сделать из древесного угля факел? Наверное. Но уголь мы будем искать уже в следующей серии. Вот такой вот вышел у нас первый день. Он получился довольно-таки удачным. Мы построили хату. Правда, мне надо еще доделать здесь и стекло, и крышу. Ну а на сегодня все. С вас и Кос, подписывайтесь на нас, эпичный видос. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, Ствадеру ВКонтакте. И всем пока. Пока.